Ауза биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем серию передач, посвященных теме ваххабизм. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, мы несколько передач уже долгое очень время обсуждаем тему ваххабизма, его истоки, откуда они появились и их мышление, в чем заключается, как вы сказали, они являются сектой, а не каким-то течением, так будет правильно сказать. Хотел бы продолжить данную тему. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сейд ламбияй вал мурсалин, ва аля алихи тайбин ат тахирин ал маасумин, ва ла'нату даимату аля адаихи маджмаин, иля кияуми яуминтин. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы на предыдущих наших встречах говорили о такфиризме, который имеет место быть в ваххабизме, ваххабитской секте, и даже более того, является, возможно, самой яркой чертой ваххабизма. Такфиризм. Мы говорили про такфиризм, мы довольно-таки подробно разъяснили, в чем заключается такфиризм ваххабизма, то есть каковы его оттенки, каковы его особенности. И в конце концов пришли к тому, чтобы рассмотреть. Мы рассматривали и начали рассматривать этот такфиризм, его особенности с точки зрения исламского учения. В первую очередь это аят Священного Корана. И в будущем, с позволения Бога, мы обратимся также и к другим источникам, в частности, к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и некоторые другие вопросы рассмотрим в связи с этим. И посмотрим, насколько ваххабизм в этом своем проявлении соответствует исламу и исламскому учению. И в связи с этим мы на предыдущих встречах коснулись нескольких аятов Священного Корана. Но имеются и другие аяты. Имеются и другие аяты Священного Корана, в которых также указывается на этот вопрос. И даже более того, имеется аят в Священном Коране, который напрямую имеет самое что ни на есть прямое отношение к тому, что делал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, его последователи, его ученики, его потомство. То, что они делали на Аравийском полуострове в первую очередь. То, что они потом делали в Ираке. И то, что они сейчас на протяжении 20 века и на протяжении века 21 делают по всему миру. Убивают мусульман, обвиняя их, выводя их из ислама и убивая их. И мы говорили, и любой абсолютно объективный исследователь, обратившись к истории ваххабизма и к учению ваххабизма, изучив его досконально, придет к мнению о том, что этот такфир был необходим для исключительно и только для политических и экономических целей, которые ставили перед собой ваххабиты первых поколений, в частности, сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И с учетом этого, с учетом того, что они такфирили и убивали мусульман на Аравийском полуострове, и в первую очередь мы сказали, что это были мусульмане хамбалиты, не маликиты, не шафииты, не ханафиты, а именно хамбалиты. И мы увидели из письма Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, которое он адресовал выдающимся ученым Мекки, в котором он признавался, что в той земле, в которой он живет, он вывел из ислама большинство, а это земля, на которой жили в то время и живут в том числе и сегодня, если с халатностью это сказать, жили в то время хамбалиты. И сейчас они утверждают о том, что хамбалиты, ну, с учетом, то есть, того, что ваххабизм проник и оказал влияние на них, но на тот момент, когда их вывел из ислама, эти люди, как мы уже говорили, не просто были
мусульманами, не просто были суннитами, защитником которых Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и ваххабиты себя считают и себя провозглашают. Защитники сунны, защитники суннизма. Мало того, эти люди были хамбалитами, то есть были представителями того мазхаба, от имени которого ваххабиты, в том числе Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, выступают, говорят, мы хамбалиты. И этот аят священного Корана, в котором Всевышний говорит: «Я айюхалладина аману, ида дарабтум фи сабилиллахи фатабайяну, ва ла такулу лиман алка илейкуму ссаляма, ласта муминан». Наряду с теми аятами священного Корана, которые мы разобрали, этот аят священного Корана имеет самое что ни на есть прямое отношение к ваххабитскому учению и такфиризму, ваххабизму. В этом аяте священного Корана Всевышний говорит: о те, которые уверовали, о те, которые принесли веру, когда вы вступаете на пути Бога, то исследуйте и не говорите тому, кто приветствует вас саламом, «Ласта муминан», что ты не являешься верующим. Табтагуна арад аль-хаяти ад-дунья фа индаллахи маганимун кафира. Не говорите человеку, который приветствует вас саламом, говорит Всевышний, не говорите ему, что он не является мусульманином, что он не является верующим. Ради чего вы это говорите? Табтагуна арад аль-хаяти ад-дунья, стремясь приобрести блага этого мира, земной жизни, блага земной жизни. То есть в этом аяте священного Корана ясно дается понимание того, что имеются люди, которые выводят других людей из веры, выводят других людей из ислама. Ради чего? Ради мирского. Ради мирского выводят других из ислама. فَإِنْدَاللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Всевышний говорит: стремитесь к тому, что у Всевышнего, к тем благам и богатствам, которые у Всевышнего. А те богатства, которые у Него, они вечные, они бесчисленные, в отличие от мирских. Вы обвиняете людей в том, что они не являются верующими, вы обвиняете людей в том, что они не являются мусульманами. Табтагуна арад аль-хаяти ад-дунья, стремясь к благам мирским. Итак, в толковании этого священного аята до нас, в суннитских толкованиях, и не только в толкованиях, в том числе и в сборниках хадисов, дошло предание, которое, в том числе и в Сахи Муслиме это предание имеется, дошло предание, которое толкует этот аят. И текст этих преданий чуть-чуть отличается от книги к книге, от передачи к передачку, потому что передается он не одним передатчиком, несколькими передатчиками передается, и немножко отличается, где-то больше подробностей, где-то меньше подробностей и так далее. Но краткая история такова. Однажды во время одной из битв, на которую его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, отправил мусульман во главе с Усама ибн Зейдом, одним из самых юных своих сподвижников, во время этой битвы многобожники потерпели поражение. И после одержание победы над многобожниками, Усама ибн Зейд увидел следующую сцену. Он увидел, что некий человек направляется в сторону горы, в сторону какой-то возвышенности, держа в руках свои богатства. То есть в преданиях говорится, что те мушрики, которые остались
те многобожники, которые уцелели в этой битве с мусульманами, они убежали. Они постарались скрыться, убежать. Но был один человек, который этого не сделал. Он не стал бежать. И причина была следующая. Это было очевидно для всех. Причина была то, что он был человек богатым. У него были драгоценности. У него были богатства, которые он во время, после того, как мусульмане одержали победу, он собрал и отнес в некую возвышенность, в сторону горы. Он отправился, как говорится в предании, в сторону горы, сложил свои вещи, свои богатства у подножия горы, оставил это все там и пешком направился в сторону мусульман. Он пошел в сторону мусульман. Встретив мусульман во главе с Усама ибн Зейдом, он сказал: «Ассаламу алейкум. Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Он сказал: «Мир вам! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме единого Аллаха, и что Мухаммад является его посланником». Он поприветствовал мусульман и произнес шахаду. Но Усама ибн Зейд поступил следующим образом. Он напал на этого человека и убил его. Напал и убил его. Так вот, в преданиях говорится, в достоверных преданиях, я приведу несколько источников и несколько хадисоведов, которые подтвердили достоверность этого предания. Например, предание, которое передано по цепочке, восходящее к Имран ибн Хусейну аль-Бусейри, имам аль-Бусейри, один из выдающихся хадисоведов в суннизме, в своей книге «Иттихафу хайрат аль-Махра», том 1, 126 страница, сказал «Ляху шахидун». То есть у этого предания имеются подтверждения его достоверности. Или же Аль-Вади'и, это же предание, восходящее к Укба ибн Малику, в книге «Ас-Сахихуль Муснад», «Достоверный Иснад», назвал это предание, которое в этой книге под номером 960, назвал это предание достоверным. Шуэйб аль-Арнаут, который исследовал цепочки передатчиков преданий из Муснада Ахмада ибн Хамбала, в котором, то есть в Муснаде имеется это предание. Он также в этом Муснаде назвал это предание сахих, предание под номером 17009. Или же в другом месте своей книги имам аль-Бусейри сказал «Иснадуху риджалуху стикат», что цепочка передатчиков и все передатчики являются надежными. Это первый том, 81 страница. И также очень много в своей книге «Сахих» это предание привел Ибн Хиббан. Ибн Хиббан, как известно, в своей книге «Сахих» собрал только достоверные предания. И Шуэйб аль-Арнаут, ту цепочку передатчиков, которая имеется в Сахи ибн Хиббани, которая восходит к самому Усама ибн Зейду, также назвал сахих. Сказал «Иснадуху сахихун аля шарти шейхин», что этот иснад, который имеется в Сахи ибн Хиббани, этот иснад, эта цепочка передатчиков является достоверной согласно условиям Бухари и Муслима. Помимо этого, мы обнаружим это же предание с небольшими отличиями в Бухари, в книге Бухари и в книге Муслима. Ну и так далее. И это небольшой список тех, кто назвал это предание и считает это предание достоверным. То есть мы видим, что это предание, в этом предании говорится о том, что Усама ибн Зейд
убив этого человека, то есть убил этого человека после того, как тот поприветствовал саламом и произнес шахаду, и относительно Усама ибн Зейда был использован этот аят священного Корана. Священного Корана, который стал порицал его. Хотя для всех совершенно, то есть никто не сомневался в том, что этот человек произнес. И Усама ибн Зейд на это и ссылался. Он говорил, он в общении после этого события с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, оправдывал себя тем, что этот человек произнес шахаду только для того, чтобы спасти свою жизнь и свое имущество. Не более того, то есть он не верил в это, то он не был убежден в этом. Он это произнес исключительно для того, чтобы спасти себя. Но даже в этом случае Всевышний ругает Усама ибн Зейда, хотя совершенно очевидно, что человек это сделал для того, чтобы сохранить свое имущество и свою жизнь. И предание можно зачитать из Тафсира Табари. Которое... Это же самое предание. Да, это предание. Уже посмотрим, что говорится в это, конкретно в этом предании. Если может, перерыв... то да, после небольшой паузы. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим. Уважаемые наши телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, до которой разбирали хадис. Уважаемый шейх Губа, мы разбирали хадис, говоря о том, что... Да, знакомимся с этим преданием, который толкует этот аят священного Корана, в котором Всевышний, обращаясь к верующим, говорит, что не говорите, что ты являешься неверующим тому, кто приветствует вас саламу. Итак, одну из цепочек передатчиков привел в своем толковании ат-Табари. В своем толковании ат-Табари привел, он рассказывает историю, что вот была битва, во главе мусульман был Усама ибн Зейд, и среди многобожников был некий человек по имени Мирдас ибн Нахик. Мирдас ибн Нахик он в этом предании следующее говорится: فَلَقَوْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى مِرْدَاسَ ибн Нахик مَأَهُ غُنَيْمَ, что Усама ибн Зейд встретил со своим войском некоего человека, которого звали Мирдас ибн Нахик, и вместе с ним были Гунейма тун лах. У него были богатства, у него были драгоценности при нем. Ваджамалун ахмар. И красный верблюд. Это тоже важно. То есть были драгоценности и красный верблюд. Красный верблюд, который очень высоко ценился арабами. И, судя по всему, испытывал особый, то есть... высоко ценил, видимо, этот человек, Мирдас, этого верблюда, что сохранил это наряду с, вместе со своим богатством, со своими драгоценностями. فَلَمَّ رَآهُمْ أَوَا إِلَى كَحْفِ جَبَلٍ. И когда они увидели, тот направлялся в сторону пещеры, в горе. وَاتَّبَعَهُ Усама. И Усама отправился вслед за ним. فَلَمَّ بَلَغَ مِرْدَاسٌ الْكَحْفَ بَدَعَ فِيهِ غَنَمَهُ. Мирдас сложил свои вещи в этой пещере. Сумма акбала илейхим. А потом он направился в сторону Усамы. Факала ассаламу алейкум. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Он сказал: мир вам. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме единого Аллаха, и что Мухаммад является его посланником. Фашадда алейхи Усама. И в этот момент Усама напал на него. Бросился на него. فقتله
и убил его. Бросился и убил Усама. Мин аджили джамалихи ва гунайматихи. То есть, из-за чего? Он из-за того, чтобы забрать его и верблюда, и богатство. Бил его из-за этого. И далее в предании говорится о том, что его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, каждый раз, когда Усама возвращался из какого-либо похода и откуда-то возвращался, он всегда его встречал и расспрашивал, как у него дела, как у него здоровье и так далее, и спрашивал своих сподвижников об Усаме. А в этот раз, когда Усама вернулся, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, не разговаривал с ним. Он не интересовался Усамой, не спрашивал, где Усама, что с Усамой и так далее. Он вообще никак не интересовался Усамой. И поэтому у сподвижников возник вопрос, почему. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, какое-то время игнорировал. Они спрашивали, почему ты не обращаешь внимания, не интересуешься Усамой. Его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, попытался избежать этого разговора, но они все-таки настаивали на том, чтобы он объяснил. И тогда состоялся разговор Усамы и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Его светлость, посланник, обратился к нему, поднял голову и посмотрел на Усаму и сказал: «Кайфа анта ва ля илаха илляллах?» Как ты мог убить человека, который сказал «Ля илях илляллах». Как ты мог убить человека, который говорил «Нет Бога, кроме единого Аллаха»? Искренне говорил. То есть здесь речь идет об искренности, о вере, что он говорил искренне. Совершенно нет. Здесь никакой такой подобной истории здесь нет просто-напросто. Он сказал «Ля илях илляллах», и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, ругает из-за этого Усаму, говорит: «Как ты мог убить?» И Усама говорит: «Каля, я Расулаллах, иннама каляха мутаавидан». Он сказал это только для того, чтобы оградить себя. Таавида биха. Он с помощью шахады хотел спасти себя, хотел оградить себя. Факаля лаху Расулаллахи, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, халя шакакта ан кальбихи фаназарта илей. Разве ты можешь знать, что в сердце человека? Разве тебе дано знать, что происходит, что имеется в сердце человека? Как это можно судить? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге, мы зачитывали это, в своей книге «Таухид», говорил о чем? Говорил о том, что недостаточно просто сказать «Ля илля илляллах». Нужно еще и наряду с этим верить в это, наряду с этим еще. А как, откуда ты узнаешь? Откуда ты можешь узнать, верит он в душе в эти слова или не верит? Или даже если не верит, то мы из примера видим, что все равно нельзя его трогать и убивать. Абсолютно. Это совершенно очевидно из этого аята Священного Корана с учетом... То есть непонятно, откуда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб берет такие, так сказать, законы. Нет, берет он тот, мы же сказали, он берет эти... как бы усмотрение по своему получается. Да, он хочет свои политические, экономические амбиции воплотить. Этим амбициям мешает определенно... Вот смотрите, если обратиться к какому-нибудь обществу, например, посмотрим на немецкое общество середины 20 века, например, да? Чтобы эти люди, немцы, шли на войну, войной на своих соседей, на европейцев, на других людей, чтобы они совершали какие-либо преступления, убивали людей, то есть ну, то, что про них рассказывается, и в истории то, что имеется, то, что они творили, для этого нужно как-то оправдать. Нужна какая-то идеологическая база. То есть нельзя, например, солдата просто взять и
отправить на войну, ничем не мотивировав. Он не будет сражаться, он живой человек. Даже если будет сражаться, он будет сражаться нехотя. Если ты его заставишь пойти на фронт, он будет сражаться нехотя. Поэтому здесь нужна мотивация. И совершенно очевидно, что те... То есть это совершенная глупость, совершеннейшая глупость, что эти немцы, которые шли воевать с Англией, Францией, потом Советский Союз и так далее, что эти немцы были вынуждены, что их гнали вперед. Не бывает такого. Такого не бывает. Они были мотивированы. Чем они были мотивированы? Идеологически. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да. Перед Мухаммад ибн Абдул-Вахабом стояла намного более сложная задача. В чем эта задача заключалась? Заключалась в том, чтобы дозволить для мусульманина кровь мусульманина, что в принципе ислам не позволяет. Ислам ставит преграду. И исповедует неприкосновенность имущества жизни человека, ислам. И в первую очередь мусульманина. То есть, если есть какие-то исторические какие-то контексты, есть какие-то подтексты исторические, где мы видим, что мусульмане были вынуждены защищаться от многобожников, и поэтому, в общем-то, взялись за мечи во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сражались с не мусульманами, защищая себя, защищая свое общество. Это долгая история, то есть это всем известно. То с мусульманами как это оправдать? Нужно их сравнять с врагами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб делает? Он говорит, мушрики времен посланника Аллаха, мушрики нашего времени. Он хочет тех людей, которые стоят перед ним и властью, между ним и властью, между ним и достижением амбиций. Своими амбициями, то, что те, кто стоит между ним, он хочет их убрать. Что нужно для этого сделать? Их нужно сравнять, несмотря на то, что они мусульмане, они сунниты, они хамбалиты, надо их поставить в один ряд с врагами посланника Аллаха, саллаллаху. И поэтому он изощряется. Он изощряется и выводит этих людей, и мало того, что выводит, делает то, что мы объясняли на предыдущих наших встречах. Здесь в этом предании далее говорится о том, что после этого был ниспослан этот аят священного Корана, и также исключительно для информации, скажем, это очень важно, потому что эта история сыграла очень плохую шутку, злую шутку с Усамой. Почему? Потому что он тогда поклялся больше не брать, не поднимать меч против мусульманина, против человека, который говорит «Ля иляха илляллах», против мусульманина. Но это другая история уже. Но если мы обратимся к другим преданиям, потому что цепочек передатчиков здесь много. Это предание в Тафсире Табари восходит к Ас-Судди. Ну, есть и Имран ибн Хусейн, есть и другие, есть Укба ибн Малик, есть сам Усама, тоже рассказывает эту историю. И здесь мы видим, что послание в некоторых версиях этого предания, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к Усама ибн Зейду, говорит следующее. Как ты за это будешь отвечать в судный день? И здесь я хочу подчеркнуть следующее. Он не говорит, а если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не говорит, а если вдруг окажется в судный день, что он эти слова сказал от души, он уверовал в эти слова, то как ты поступишь в судный день? Что ты будешь, где ты найдешь убежище в судный день? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не так говорит. Он говорит, вне зависимости от того, его слова, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, касаются как той ситуации, если бы этот человек сказал это для того, чтобы сохранить свое имущество, так и той ситуации, где он не говорил этого, чтобы сохранить, а по-настоящему уверовал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, как ты будешь отвечать перед Богом за то, что убил человека, который произнес «Ля иляха илляллах». Так вот, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб на протяжении
Я так понимаю, что у нас время Да, закончилось. время, к сожалению, Да, закончилось. здесь имеется и толкование. Мы обратимся с позволения Всевышнего на дальнейшем, обратимся к толкованиям этого предания и толкованиям этого аята с учетом того обстоятельства, в связи с которым он был ниспослан. И посмотрим, что суннитские ученые понимают из этого аята. Понимают ли они то же самое, что и мы, или понимают нечто другое. Но так или иначе, здесь совершенно очевидно, что то, что делали Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, это как раз самое, что ни на есть то, что сказано, то, что порицается в исламе, в этом аяте. В этом аяте. То, что порицает Всевышний в этом своем священном аяте. Спасибо, уважаемый шейх Гурбан. На следующей передаче мы Спасибо. Более подробнее разберем данную Иншаллах. Тему. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу, но, иншаллах, на следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.